Приветствую, друзья, с вами Павел Гордеев. В прошлых видео мы поговорили о посадке, о постановке правой руки. Если вы еще не посмотрели эти видео, обязательно посмотрите их, ссылка будет в описании. Ну а это видео будет посвящено правильному звукоизвлечению. Вы научитесь добывать такие звуки, которые будут громкими, объемными, глубокими, в результате чего ваша гитара будет звучать громко и убедительно. Прямо сейчас подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные, полезные видео, которые помогут вам научиться играть более технично, ярко и интересно. Друзья, немного терминологии для того, чтобы вы понимали механику действий правой руки. Пальцы у нас состоят из следующих фаланг. Первая фаланга называется проксимальной. Вот эта фаланга. Далее у нас идет средняя или промежуточная фаланга. И ногтевая фаланга называется дистальная фаланга. Иногда для удобств называют проксимальную фалангу первой, среднюю фалангу второй и дистальную фалангу третьей. Также у нас существуют межфаланговые суставы. Это здесь два сустава, на среднем пальце также два, на безымянном и на мизинце. И очень важный момент, на который мы особо акцентируем внимание, это пясно-фаланговый сустав. Он располагается вот здесь. Именно сгибание в пясно-фаланговом суставе позволяет нам сгибать, например, руку таким образом, с прямыми пальцами. Это очень важный момент, поскольку во время игры у нас должен быть задействован именно пясно-фаланговый сустав, для того, чтобы произвести нормальный, хороший, качественный звук. Большой палец состоит из двух фаланг. На нем отсутствует средняя фаланга, и есть только проксимальная фаланга и дистальная фаланга. И один межфаланговый сустав. Прежде всего нужно уяснить такой момент, что при игре мы в основном задействуем именно пясно-фаланговый сустав. То есть играем таким образом. Для этого важно понять траекторию направления движения пальцев. То есть мы ни в коем случае пальцы не сгибаем в межфаланговых суставах, таким образом, чтобы у нас пальцы стремились к своему основанию. Нет, траектория направления движения пальцев такова, что пальцы идут к основанию большого пальцев. И в качестве первого такого предварительного упражнения можно просто попробовать слегка посгибать пальцы, касаясь основания большого пальца, чтобы почувствовать именно, что пальцы у нас сгибаются вот здесь, в пясно-фаланговом суставе. Очень важно при этом, чтобы межфаланговые суставы были относительно жесткие, то есть зафиксированы. Частая проблема, которая бывает в моменте игры, это именно выгибание в другую сторону этих суставов. Ни в коем случае этого делать не нужно. То есть, когда мы играем пальцем, у нас палец должен вот эту вот форму сохранять. И лишь слегка мы сгибаем. Следующий момент. Направление движения нам не говорит о том, что мы полностью эту траекторию пальцем должны проходить. То есть движение может быть минимальным по этой траектории. То есть до конца палец доводить не нужно. Следующий важный момент – это правильная постановка руки относительно струн. Пясно-фаланговые суставы пальцев должны находиться, соответственно, напротив тех струн, на которых пальцы стоят. То есть если у нас рука будет слишком высоко стоять, мы не сможем сыграть правильно, нам придется как раз-таки дергать струну. Нам нужно делать на струну такой нажимчик или толчок. Давайте попробуем это сделать. Ставим руку, так как в предыдущем уроке я про это рассказывал. И просто слегка понажимаем пальцем и на третью струну. Таким образом, чтобы струна продавливалась внутрь, в сторону деки. При этом нужно стараться, чтобы межфаланговый сустав не выгибался, чтобы он был зафиксирован, чтобы оба сустава были зафиксированы. То есть мы включаем именно пясно-фаланговый сустав и с помощью этого движения слегка нажимаем на струну. Попробуйте так поделать несколько раз, чтобы почувствовать, как работает рука при этом. И первое, что мы делаем, это давим на струну. Затем у нас палец отпускает струну и идет по направлению к основанию большого пальца. Так происходит хорошее правильное защипывание струны, которое дает максимально качественное звучание.
Наконец, еще один важный момент – это руку нужно вовремя расслабить, палец нужно вовремя выключить. Плохо, когда палец зависает здесь, внутри ладони. То есть движение должно быть импульсным. Тут есть очень важное правило, что палец для того, чтобы максимально быстро после щипка выключить, он должен быть расслаблен перед щипком. То есть исходное состояние пальца – это расслабление. Попробуйте позащипывать струну, то есть мы ставим руку, расслабляем пальцы, затем слегка нажимаем, отпускаем струну и сразу расслабляем. Если все получается делать, палец сам отскакивает обратно. Не нужно специальным усилием его разжимать. Чтобы понять, как это работает, можно попробовать сжать пальцы в кулак и выпрямить их. И затем сжать пальцы в кулак и просто расслабить их. То есть, когда мы расслабляем, у нас пальцы возвращают в свое естественное полусогнутое состояние. Мы можем специально пальцы разогнуть, включая задействие мышцы-разгибателя. Но нам нужно научиться делать это именно расслаблением. То есть, не специально возвращать палец потом обратно, а именно расслаблять его таким образом, чтобы палец сам возвращался затем к струне. Давайте попробуем так поиграть, учитывая следующие этапы защипывания струны. Рука стоит в исходном положении, пальцы расслаблены. Далее, задействуя пясно-фаланговый сустав, мы слегка нажимаем струну, отпускаем ее и сразу же моментально расслабляем палец. Затем мы ставим палец обратно на струну. И вот в этот момент очень важно почувствовать, что палец у нас расслабленный. И повторяем это еще раз. Проделайте так несколько раз. После этого давайте попробуем пальцем М поиграть. Абсолютно то же самое, те же принципы и правила работают и здесь. Играем пальцем М. Также очень важно следить, чтобы палец у нас сгибался не в межфаланговых суставах, а чтобы задействован был пясно-фаланговый сустав. То есть направление движения пальца к основанию большого пальца. То есть именно вот в этом направлении мы играем. Также после щипка палец моментально расслабляется и возвращается, сам без специальных наших усилий и без включения мышц-разгибателей. Ставим пальцы на струну, слегка нажимаем на струну. Да, также полезно, когда мы играем пальцем М, сначала почувствовать именно, как мы задействуем пясно-фаланговый сустав. Нажимаем на струну, а после этого отпускаем. Расслабляем палец, ставим обратно. И то же самое делаем пальцем А. Нажимаем на струну. Сначала просто понажимайте. Повторюсь, обратите внимание особо, чтобы не выгибался межфаланговый сустав. Нажимаем на струну и отпускаем. И палец сразу расслабляется. Возвращаем на место, расслабляем палец. Нажимаем на струну. Отпускаем, расслабляем палец, возвращаем на струну. Проделывайте так несколько раз. Этот способ игры, который я сейчас продемонстрировал, называется тирандо. Тирандо с итальянского «без опоры». Можно сыграть апаянда, когда палец после щипка идет на соседнюю струну, опирается на нее. Вот пример щипка с опорой. В данном случае я показал щипок без опоры. И начинаем мы именно с него. Осваивайте сначала именно щипок тирандо пальцами ИМА. Вот в том виде, в котором я показал. В следующем видео мы попробуем поиграть специальные упражнения на разные комбинации работы этих пальцев. Если вам понравился этот видеоурок, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте ваши вопросы. Буду очень рад на них ответить. Подписывайтесь на канал и ждите новых видео.